Кому интересно, что касается чистки этой, ну, скажем так, для начала, для того, чтобы ее пробовать, вот ту, о которой я сказал, эта чистка фантастически дает эффект. Результат от нее очень сильный. Шикарно. Это мягко, это отлично. Это эффект просто великолепный. Что делается? Делается на 14 дней. Сразу можете писать те, кто готов. Морально, в первую очередь. И я советую это тем, кто не делал еще чистки. Внимание, послушайте. Те, кто не делал чистки, вы должны обязательно проконсультируйтесь с ребятами, которые вас пригласили. Пройдите подготовительный период. Потому что чистка очень сильная. Она очень эффективная. И мы должны сделать так, чтобы вы ее прошли максимально комфортно. То есть не бросайтесь сразу раз и все это именно чистку делать. Те, кто уже в теме, те можете. Те, кто воду пьют уже, да, те, кто на коралле, попробуйте. Вы убедитесь, что это интересный эффект. Значит, запомните, эта чистка не предназначена просто для снижения веса. Эта чистка в первую очередь предназначена для очищения. То есть кому нужно, вес будет теряться. Кому нужно, вес будет поправляться. То есть недостающий вес балансируется, наоборот, а избыточный вес тает. Мало того, происходят процессы саморегуляции восстановления. Как она проходится? В идеале вы берете себе такой продукт, как коловада, такой замечательный чай, как Fun Detox, и такую замечательную траву, как набор номер 6. Знаете об этом, да? Значит, трава номер 6 – это помощь почкам, чай Fun Detox – это помощь печени. Это сбор чай, помогающий очистке печени. Сама коловада, она включает в себя набор трав, которые слабительные, минеральные, микроэлементы, компоненты для глина, самое главное, для очистки толстой кишки. Но как вы ее проходите? Вы ее проходите немножко по-особенному. То есть вы все 14 дней, на которые рассчитана коловада, она состоит из трех этапов. Подготовительный, непосредственно сама очистка, 4 дня с каолиновой глиной, и восстановительный этап, 3 дня. Вот все 14 дней. Почему я говорю, у меня уже пробовали, я пробовал, и меня пробовали уже больше, около 20 людей. Отзыв только положительный. Поэтому вперед, попробуйте. Итак, все 14 дней вы пьете, вы ничего не едите. Вы пьете только, это не голод, внимание, это не голод. Вы пьете медово-лимонную воду, можно чай. Можно взять какой-то, если у вас есть свой или крымский травяной чай. Вы разводите на один стакан либо воды, либо чая, 2 чайные ложки меда, на один стакан 2 чайные ложки меда и 1/3 стакана лимонного сока выдавливаете. Это пьется каждый час днем. Вот как проснулись, каждый час днем. Теплый, а? 1/3 стакана лимонного сока. Но я вам скажу, мы делали такой концентрат на 1,5 литра воды, ну, чтобы не бегать все время наливать. Нет, коралловая пьется, секунду, не спешите, коралловая пьется, вот тот раствор пьется отдельно, который я сказал. Коралл плюс H500, коралл и капсулка H500 пьется в промежутках. Почему? Потому что эта жидкость, она больше, ну, это больше окислитель все-таки. Растворитель, окислитель. Это растворитель слизи, в первую очередь, в организме, чтобы вы понимали. Это будет способствовать очистке печени, сбросу желчной. Это очень хорошая штука. Плюс это флавоноиды и великолепная подпитка кишечника, кишечных бактерий, дружественной флоры. Пьется каждый час. То есть что вы делаете? Вы утром и на ночь пьете пакет номер 1. Обязательно, там слабительное, там все это должно быть. Утром и на ночь вы пьете по пакету номер 1. И каждый час вы пьете этот чай, медово-лимонный, по стакану. В промежутках попиваете воду коралловую. Теперь, чтобы вы понимали, многих сразу первый вопрос. А как же без еды 14 дней и тому подобное? Друзья, отлично. Для десен можете пожевать забрус. Медовый, знаете, да? Вот с крышечки сот в этот момент, чтобы у вас десна были крепкие. Ну понятно, чтобы вы когда не едите пищу. Восковый забрус жуйте. Еще кариес вылечите, помимо всего, на этой программе. Пьете пакеты утром и вечером. Почему? Коловада свое дело должна делать. То есть она будет вас слабить и чистить. Мед с лимоном этот процесс будут усиливать. Мало того, посчитайте количество калорий и питательных веществ, которые, микроэлементов, которые вы будете получать. Понимаете, да? Это фантастика. Вы не будете падать, как на голоде. У вас не будет чувства слабости.
Запомните, вы будете отлично себя чувствовать. Многие из вас будут чувствовать себя лучше, чем во время приема пищи. У меня было больше энергии, мне не верили, что я ничего не ем. Я на брусья залазил спокойно, делал упражнения. На 1,5 литра концентрат, 12 чайных ложек меда и 3,5 лимона, сока лимонов, 3-3,5 лимонов. Да, в воду, вода. На 1,5 литра воды получается где-то 3,5 лимона отжатых и 12 чайных ложек меда. Но, внимание, мед должен быть натуральный, друзья. Если мед подбодяжен, категорически, вы должны быть 100% уверены в меду на этой чистке, ясно, да? Чтобы вы не получили обратный эффект. Что на плохом меду вы будете плохо себя чувствовать. У меня некоторые есть, которые проходили, говорят, а, вот что-то там, не то вес. Я говорю, мед натуральный? Ну, не знаю. Я говорю, здравствуйте. Мед 100%, это хорошая проверка. Мед, вы должны быть уверены, что мед натуральный, чистый. Больше выпивается. 1,5 литра, да. Угу. Дальше, вы выпили это в течение дня. Утром, что вы должны сделать? Ребята, самая интересная процедура. Утром вы тоже так же пьете пакеты. Да. Нет. Не хватит, допьете. Ну, ребят, посчитайте, там где-то 8-12 стаканов получится в среднем. В среднем, чтобы у вас получалось 8-12 стаканов. А кораллу в промежутках, вам будет хотеться в промежутках пить. Ребята, много, вот на этой чистке много пьешь. Почему набор номер 6? Понятно, да? Там воды будет много. Почему говорю тем, кто уже готовился, им будет легче. Если у вас там почки, вы не пили воды, понятно, да? Вы подготавливаетесь к этому. Проходите. Значит так, утром вы делаете 3 клизмы, друзья мои. 2-литровые клизмы. Какие? 2 чайные ложки соли и 1 чайная ложка соды на 2 литра. 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка соды на 2 литра разводится. Кружка эсмарха, она приблизительно 2 литра есть. Соли, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка соды. Вы делаете утром 3 клизмы подряд. И ого, ребята, 9-летний ребенок у меня делал. Вот так. Мало того, это физраствор, по сути, чтобы вы понимали. Это по своей сути, это щелочно-соленая вода, это плазма крови фактически. Понимаете, да? Помимо этого, вы многие, дорогие мои, вы даже не подозреваете, что у вас кандидоз кишечника. У многих. Вы просто этого знать не знаете. Если бы вы туда заглядывали, вы бы поняли. Вот если вы просыпаетесь, у вас белый налет на языке, на корне языка, у вас в кишках та же история, ребят, чтобы вы понимали. Это кандида, грибница, она семеняет полностью. У вас и весь пищевод, и кишечник точно такие же, чтобы вы понимали. Кандида – это первый предвестник онкологии, чтобы вы понимали. И такая чистка, я даже не буду углубляться, какую роль она выполняет. Да. Когда у вас особенно проблемы по-женски, вот девочки, все, у кого проблемы по-женски, воспаление, кандидозы, это вам, это про вас эта чистка. 95%, если я не ошибаюсь, имеют этот вопрос. Делается чистка. До чистой воды вообще делается, да? Ну, 3, в среднем 3. Смотрите, если у вас на второй чистая вода, можете 3 не делать, понятно, да? В среднем просто 3 считается до чистой воды. 1, 2, 3. У кого проблемы, поверьте, у вас и на третью еще все чистым не будет. Ребятки, это уже опытная система, это не эксперимент. Все 14 дней, ясно? После чистки там восстановительная система с акцентом на курунгу, хлореллу. Только утром. Восстановительная система обязательно. Биокурунга, хлорелла, обязательно кальций меджикаль, жир печени акул. Для чего? Бактерии, иммунитет, кальций. Можете тогда цинк, селен, это все восстанавливается. Вот это восстановительная система будет, минимальная. 4 дня, когда пьете глину, все то же самое продолжаете. Да. Да. Фан-детокс утром и на ночь. Спасибо, что... Фан-детокс утром и на ночь, шестерка утром и на ночь. Все. А? Шестерка по 1-2 капсуле в зависимости от вашего веса. Утром и вечером. Больше вес, больше шестерка. Ясно? Все, вот это проходит 14 дней. Потом восстановительная система. Но самое главное, увидите, какой эффект. Просто фантастический.